Великобритания вновь откроет свое посольство в Иране. Оно было закрыто 4 года назад после крупного скандала. Напомню, тогда в здание британского диппредставительства в Тегеране ворвалась группа протестующих. Они устроили погром в офисах и похитили часть документов. Великобритания в ответ закрыла свое посольство и выслала из страны иранских дипломатов. Но 2 года спустя страны восстановили дипломатические отношения. А по сообщениям СМИ, министр иностранных дел королевства Филипп Хамонт лично отправится в Иран и проведет церемонию открытия. Надеялся, что посольство все-таки откроют, наши отношения будут восстановлены, а получение виз в Британию перестанет быть тяжелой задачей. В общем, я рад этому.